6 по 9 декабря в выставочном комплексе ВДНХ «Экспо» города Уфы состоится традиционная выставка-ярмарка «Индустрия праздника. Новый год». Посетители мероприятия ждут розыгрыши подарков, возможность познакомиться с интересными хендмейд-техниками по созданию новогодних презентов, игры и творческие занятия для детей. Здесь же откроется одна из первых резиденций Деда Мороза, а самых маленьких посетителей будет ждать праздничная елка. Жители Башкирии могут получить подарок от Минздрава России за совет, как противостоять вредным привычкам. Презенты будут вручены по итогам федеральной акции «Хэштег ты сильнее», которая стартовала 26 ноября. Желающие принять участие должны записать короткое видео о своих победах над вредными привычками и дать полезные советы. Ролики будут дублироваться на официальных страницах Минздрава России в интернете. Самые полезные советы, собравшие наибольшее количество лайков, получат сувениры от Минздрава России. Компания «Башавтотранс» выплатит пострадавшей в ДТП 25-летней уфимке 120 тысяч рублей моральной компенсации. Сама авария произошла еще в 2015 году. По данным следствия, тогда водитель автобуса совершил наезд на молодую девушку. Из-за серьезных травм пострадавшая была вынуждена бросить учебу. Девушка обратилась в суд. В итоге Фемида встала на сторону истца. С ответчика в лице госперевозчика взыщут 120 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Стала известна информация об уходе Владлена Михайленко с поста прокурора столицы Башкирии. На его место исполняющим обязанности назначен Рустам Шайбаков, ранее являвшийся заместителем. Причиной ухода Владлена Михайленко называют истекший контракт, который не стали продлевать. Официально экс-прокурор Уфы освобожден от полномочий с 23 ноября.